28 июля отмечается 1025-летие крещения Руси. В честь юбилейной даты Чувашский художественный музей открыл выставку. Выставка небольшая. Представлено всего 12 картин, над которыми трудились художники из Чувашии, Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова. Это художники, самые известные художники страны. А многие из них обращались к этой уникальной теме крещения. И они по-своему осознают эту Россию, какая она Россия, как она создавалась, что самое главное было в нашей стране. С помощью живописи авторы выражают свои переживания религиозного и духовного опыта, отображают исторические моменты. Вспомнить историю, приобщиться к искусству стремятся не только жители нашего города. Сергей Марков, член Национального союза художников Украины, уже не в первый раз посещает экспозиции Чувашского художественного музея. Эта выставка привлекла его необычным исполнением картин. Сегодня я увидел совершенно новые работы, новых авторов, по стилю которые, может быть, какие-то работы мне ближе, какие-то, может быть, немножечко отдаленнее, но в целом мне очень понравилось. Введение христианства сыграло огромную роль в истории русского государства. Благодаря ему появилась письменность. Стали развиваться архитектура, культура и живопись. Проходящая выставка поможет обновить память о произошедших событиях и временно перенесет вас в далекий X век. Евгения Егорова, Александр Петров, Республика.